Традиционный благотворительный праздник «От сердца к сердцу с добротой» уже давно стал своеобразным брендом Московского района. На протяжении многих лет в эти дни свой лучик тепла и доброты получает каждый, кто в этом нуждается. Каждый человек, в том числе и люди, которые имеют какие-то особенности развития, все ждут Новый год с нетерпением, потому что все ожидают чудес. Все ожидают добра, объединения какого-то. Ну и депутатский корпус тоже поддерживает всегда, участвует в этих акциях. И мы тоже хотим всегда частичку своего сердца передать таким вот людям. Поэтому мы тоже участвуем в таких акциях. Поздравляю всех с наступившими рождественскими праздниками, с Новым годом. Счастья, удачи, здоровья, доброты, понимания друг друга. Храните друг друга, берегите друг друга. С Новым годом! Счастья, удачи! Акция «От сердца к сердцу с добротой» в этом году объединила в своих рядах разные предприятия, независимо от размера и формы собственности. Как итог, почти 100 благотворительных конвертов ушли в адрес тех, кто действительно сейчас нуждается в поддержке. Со сцены в адрес участников акции звучали слова поздравлений, пожелания счастья и крепкого здоровья и музыкальные номера. В этом году попечительский совет нам организовал материальную помощь таким расчетом, чтобы мы как можно больше охватили нуждающихся. Так оно и получилось. Поэтому мы считаем, что хоть год-то и особенный был, 20-й, ну, 21-й год начался, пока все ничем не отличается от 20-го, но надеемся, что он будет отличаться. И вот в этом году мы решили увеличить количество, благодаря попечительскому совету, чтобы скрасить Новый год. Очень приятно, спасибо большое. Каждый год наши дети очень довольны, особенно вот эти концерты, то, что показывают. Красиво все, всегда. Конечно, период пандемии внес свои коррективы в программу. Один большой праздник пришлось разделить на несколько. Сначала подарки взрослым на базе отделения дневного пребывания территориального центра Московского района. После – детям. Традиционно в стенах 15-й школы. Благотворительный проект «От сердца к сердцу с добротой» многогранный. Его задача – показать, как важен и дорог каждый, кто оказался в беде, и как мало порой нужно для того, чтобы увидеть на лице и ребенка, и взрослого искреннюю улыбку. Это то мероприятие, где оказывается помощь семьям многодетных, людям, оказавшимся в трудной жизни ситуации, малоимущим гражданам. Поэтому сегодня мы говорим спасибо попечительскому совету, благодаря которому это мероприятие и проводится. Но необходимо, это вот маленькая тоже толика вклад в помощь этим семьям, которые обратно же будут, благодаря которым будет идти дальнейшее развитие наших деток. Показывая, что проводя это мероприятие, добротой, от сердца к любовью, эта любовь будет обратно же к ним возвращаться и пускать, чтобы у них дальше все было хорошо. На сегодняшний день благотворительному союзу есть чем гордиться. Его представители продолжают поддерживать эту традицию уже много лет. И во главу угла не ставится вопрос о количестве выделенных средств. В этом деле важную роль играет участие. Ведь из капель, как известно, можно и море собрать.